Турецкий сериал «Ты расскажи, Каря Денис» сотрясает изменения. После завершения первого сезона проект покинули режиссер Эмре Карабушак и сценаристки Айше Ферда, Ерылмаз и Нехир Эрдем. Во втором сезоне на режиссерское кресло сядет Вели Чилик, а сценаристом стал Эркан Бергерен, который написал сценарии для таких сериалов, как «Карагюль» и «Черно-белая любовь». В конце первого сезона из-за проблем со здоровьем сериал покинула Гюзде Кансу, исполняющая роль Эйшан. Теперь в сети гуляет информация, что в начале второго сезона сериал покинет и Мехмет Али Нуроглу, исполняющий роль Ведата. Якобы Ведат вместе с дочкой попадет в аварию и погибнет. Этот слух больше всего обеспокоил поклонников сериала. Они задумались, каким же будет судьба проекта, если его покинет один из главнейших героев, злодей, на котором держится весь сюжет. Но напомню, информация неофициальная. Будем следить за развитием событий.